Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Перед разлукой у дверей нежнее с ними попрощайтесь. И уходя за поворот, вы не спешите, не спешите, и ей, стоящей у ворот, как можно дольше помашите. Вздыхают матери в тиши ночной, в тиши тревожной. Для них мы вечно малыши, и с этим спорить невозможно. Так будьте чуточку добрей, опека их, не раздражайтесь, не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. Они страдают от разлука, а нам в дороге беспредельной, без материнских добрых рук, как малышам без колыбельной. Пишите письма им скорее, и слов высоких не стесняйтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь.